Туве сотрудники ДПС пресекли факт покушения на сбыт более килограмма гашиша. Так, в рамках оперативно-профилактической операции МАК-2017 22 сентября около часа ночи в ходе несения службы инспекторы ДПС на улице Шоссейной села Устьелегист остановили автомашину марки ВАЗ-21124 под управлением казалчанина 93 года рождения. В ходе проверки документов и досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли 400 фрагментов вещества с признаками наркотического под передним пассажирским сиденьем, как выяснилось, принадлежащих пассажиру автомашины. Согласно справке об исследовании экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Тыва, изъятое вещество является гашишем общим весом более килограмма. По данному факту следователем межмуниципального отдела МВД России Кызыльский возбуждено уголовное дело. В рамках возбужденного дела проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Упордор Енисей информирует о закрытии движения для большегрузного транспорта на трассе Р-257. С 25 по 27 сентября в районе поселка Арадан Красноярского края введено ограничение движения транспортных средств, одноосных и двуосных большегрузных транспортных средств без цепей противоскольжения. Причина – неблагоприятные погодные условия с возможностью продления ограничения на период обильных снегопадов. По прогнозам синоптиков, на Буйбинском перевале снегопад будет продолжаться до 1 октября.